162 участника из 11 регионов России сошлись в непримиримой схватке на первенстве Приволжского федерального округа по олимпийскому тэквондо. На 4 кортах выступают юниоры от 15 до 17 лет в 20 весовых категориях. На кону 20 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей. Для Самарского региона и, в частности, города Самары, это историческое событие, так как первый раз здесь проводится первенство Приволжского федерального округа. Тэквондо в губернии – популярный вид спорта. Свыше 3000 спортсменов и порядка 80 тренеров. Отсюда и результат. На этих соревнованиях Самарская область взяла общекомандное первое место. 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Я занимаюсь уже 9-й год, пошла 8 лет. Вот, мне нравится заниматься, мне приносит удовольствие. У нас как бы командная работа с тренером, есть своя мечта – олимпийское золото. У нас практически в каждом возрасте, это 11, 13, 14, 17, да, 17, 21 и выше, у нас есть чемпионы, победители первенства России в каждом возрасте практически. Следующий этап соревнований – первенство России. Наши тэквондисты завоевали 11 путевок из 18 возможных. Мы себя зарекомендовали в олимпийском тэквондо уже не на уровне ПФО, а на международной арене. У нас есть такие спортсмены, как Каюкаев, Краснов Боря, такие, как Юль Турутина. Спортсмены, которые представляли Российскую Федерацию, наш регион в составе сборной команды Российской Федерации. Самара, как я считаю, как мы считаем, это такая своеобразная спортивная столица, потому что очень много мероприятий проходит здесь, очень много стартов проходит здесь. И стартов не просто городских или областных, а стартов формата Приволжского федерального округа, либо стартов формата России. Отметим, наша сборная обошла ближайшего преследователя Республику Башкортостан с двойным отрывом, набрав 1588 очков. Третье место в общекомандном зачете получил Татарстан. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.